Кирилл Блинов, ученик 8 класса Казанкинской средней школы Красночитайского района, занял второе место в республиканском конкурсе детских работ «Дорога к звездам». Он показал свою модель космического корабля в номинации «Ракетно-космическая техника». О том, как он создает модели, в нашем репортаже. Любовь Кирилла к самолетам и космическим кораблям не случайна. 3 года назад его семья переехала в Чувашию из города Королев, космической столицы России. Еще Кирилл интересуется историей авиации, в частности, тем, как она развивалась в годы Великой Отечественной войны. Наглядные пособия мастерит сам. После того, как мы поставили колеса, самолет обретает свою форму, и мы ставим мелкие детали. После этого красим. Руководитель кружка Сергей Марков рассказывает, что Кирилл может часами сидеть над каждой моделью. И такое упорство приносит результаты. Кирилл регулярно занимает призовые места на технических олимпиадах. Одна из его моделей уже выставлена в музее космонавтики в Шоршилах. Маленькие самолеты делали мы. Начинали с пенопласта, с потолочной плитки, которые свободно летающие модели делали, которые запускали, которые вот самых простых моделей, а потом вот с ростом его творческих способностей начали заниматься вот космический корабль делали, спутник делали, вот сейчас этот самолет военного истребителя Ла-5 делает, вот который на электродвигателе. Кирилл мечтает связать свою жизнь с авиацией. Будет ли он летчиком или авиаконструктором, пока не решил. Но необходимые качества, такие как смелость и умение быстро оценивать ситуацию, он в себе уже воспитывает. Прошлым летом мальчик спас на сельском пруду 2 сестер. Кирилл забежал домой и сказал, что там девочка кричит «спасите». И мы с ним побежали. По дороге позвонили соседкам, чтобы пришли помогать тоже. Когда уже подбежали, у девочки только лицо было видно. После того, как я взобрался на катамаран, девочка мне сказала, что там ее сестра, и я поплыл к ней на катамаране. После того, как доплыл, подал руку и вытащил ее оттуда. Потом поплыли к берегу. Скоро Кирилла должны наградить медалью за спасение утопающих. Для односельчан это станет еще одним поводом для гордости за юного земляка. Татьяна Молокова, Дина Кустова, Олег Якимов. Республика.